Сибири настроение летнее. Здравствуйте, в студии Анастасия Щербакова. Информация предоставлена Центром ФОБОС. Завтра на первый план выходят циклоны. Их стараниями на юге области прошумят скоротечные проливные дожди и местами с грозами. А вот жара по-прежнему не спадает. Температура в регионе значительно выше нормы. 4 июня в Тобольске переменная облачность, вероятен ливень с грозой. Ночью 17-19 градусов, днем потеплеет до плюс 30. Высшими легкие облака синоптики не исключают освежающий ливень с грозой. В темное время суток 17-19 градусов, после полудня плюс 29-31. В Заводоуковске переменная облачность, возможен ливень с грозой. Ночные часы 16-18 градусов, днем будет не на шутку припекать, плюс 28-30. В Ялуторовске переменная облачность и ливень с грозой. Ночью до плюс 19. Днем на термометрах 28-30 градусов. В Тюмени то облака, то солнце, но зонт все же не помешает. Ожидается гроза и ливень. После ночных плюс 19 воздух прогреется до 30 градусов. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление пониженное.